Привет-привет! С вами канал «Письма со всего мира». Это письмо заставило меня сходить за ним на почту, потому что наша таможня, как всегда, чудит. Она вскрывает письма, потом заклеивает и присваивает типа код как на заказную. И мне приходится пешочком топать. Я его уже вскрыла, несмотря на то, что я знала, от кого тут написано. Актер Винсент Пьяца. Вот, это актер, который играет в фильмах «Ледяной капкан», в сериале «Подпольная империя», в общем, про мафиози. Вот, и еще более удивительным было для меня то, что мой конверт не вернулся, вернулся вот такой вот его конверт. Очевидно, что почерк здесь совпадает с почерком на фотографии, которые он мне подписал. Он оплатил обратные расходы, хотя я тоже на своем обратном конверте я тоже оплатила обратные расходы, потому что писала ему на домашний адрес, и там я уже полноценно оплатила обратные расходы. То есть наклеила марку Global. То я на домашний в основном пишу с полной оплатой расходов. Вот, еще более, ну, говорю, удивительным было то, что он мне прислал такой конверт. Ну, как оказалось, почему он мне прислал такой конверт? Потому что внутри была фотография. Он вложил вот такую вот фотографию, помимо моих, да, он вложил еще такую фотографию, сделанную на картоне. Ну ладно, давайте посмотрим, как он подписался на моих фотографиях. Вот такие фото я ему отправила. Особенно он мне нравится здесь, вот такой вот. Такой, знаете, хищник. Вот так вот выглядит его автограф. Посмотрите. Ну, красавец, красавец мужчина. Что тут сказать? И вот такая вот фотография. По мне так неудачная. Он золотистым маркером подписался здесь. Мог бы уже здесь. Ну, не критика просто. Это моя критика, меня. Потому что я всегда так вот выбираю фотографии, иногда думаю, боже, чем я думала, когда эти фото выбрала. Ну ладно, вот это вот удачное. Но, ладно, вот все это, конечно, тоже важно, но наиболее важно это то, что он мне написал целое послание. Посмотрите. Он написал: «Я люблю Беларусь». Ну, как я поняла, что у него старый друг по имени был из этой страны. И он надеется, что, ну, в один из дней посетит ее. А дальше он пишет, что да, он не получал моих прошлых писем. Спасибо за милые слова и мою поддержку. Так, он надеется, что я и моя семья в безопасности в это странное время. Вот, посмотрите. Ну и написал Винсент. Полагаю, мне придется оставить конверт, потому что все совпадает, то есть его почерк совпал. Единственное, попытаюсь оторвать вот эту вот марочку, вроде бы, и оттереть, потому что... Ладно, все, попытаюсь оттереть. Суровые времена. Я очень-очень довольна и была безумно рада, когда вот получила такое целое послание. Обожаю вот такие вот письма просто для меня. Ну, я знаю, что Винсент, он и другим тоже хорошо отвечал, писал целые письма, тем более с домашнего, уделял каждому время, хотя немногие знают его обратный адрес. Вот, ну, домашний. Ну, опять же, если вам будет интересно, могу предоставить. Но я сомневаюсь, что вы знаете этого актера. Тем не менее, это хороший актер. Играет классно. Особенно вот в «Подпольной империи». Мафиози и все такое. Блин, ну это супер-супер. Правда, вот формат под мой альбом не годится, но он будет оформлен в другом альбоме, значит, так что все хорошо. Правда, я еще не решила, может, эти две фотографии пойдут в один альбом, а это
другое. Хотя, ну, зачем их как бы разлучать? Ладно, я еще подумаю. Плюс еще надо куда-то конверт пристроить, потому что тоже его почерком написано. Ну, видите, позаботился. Опять же, вот у него такая карточка размером, считай, А5, и он позаботился о своем конверте, об оплате обратных расходов. То есть это о многом говорит. Говорит о внимании актера к поклонникам. Вот. И это очень ценно, я считаю. Здорово. Я очень довольна ответом. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу. Пока!